Одним из моих серьезных увлечений является джаз, джазовая музыка. Я в начале 50-х годов джаз внедрял, осваивал в Раменском. У меня есть хорошие очень ученики. Это барабанщик Алексей Токотлы и Виктор Дорохин, который потом стал известным композитором. Вместе с Любовью Воропаевой написали очень много хороших песен. Одним из музыкантов джазовых, которую я очень уважаю, ценю, и нравится мне вообще стиль его игры, это саксофонист Игорь Бутман. А среди джазовых пианистов это американский известный пианист Оскар Питерсон и Денис Мацуев. Игорю Бутману я посвящаю попурри на тему традиционных мелодий Диксилента или традиционного джаза.